Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале у Светланы Лоди Сад. Очень жалею, что я мало посадила таких растений в кашпо. Конечно, фаворит моих кашпо – это цветы петунии. Про это я уже вам показывала и рассказывала много роликов, и еще будет. Но есть еще растения, которые я очень люблю и ежегодно выращиваю. И в этом году я словила себя на мысли, что я мало посадила таких растений, а они очень эффектно выглядят. Речь о чем? О некоторых свисающих растениях, об ампельных формах растений, которые я обожаю. Как я сама себя называю, что я немножко ампельнутая, потому что люблю ампельные формы многих цветов, вот даже пеларгоний. Но кроме цветущих ампельных форм, есть и совсем цветы, которые не цветут, и я их обожаю, но посадила в этом году мало. Обязательно на следующий год исправлю эту ситуацию. А сегодня я хочу вам показать, как в дизайне сада могут выглядеть ампельные растения, даже не цветущие. И это очень красиво. А еще, если не цветущие растения сочетать с цветущими, получается просто замечательно. Вот об этом сегодня небольшое видео. Такой обзор горшечных растений, которых я посадила мало. Все петунии, в основном все петунии в моем саду, это ампельные петунии или каскадные. Отличие ампельных от каскадных петуний есть прям определенное видео. Отличие существенное. Это действительно так. Ампельные формы петуний я люблю, когда они растут пока еще шапочками, а не свисают длинными побегами. Это очень красиво, это очень эффектно. Но кроме того, люблю другие цветы. Люблю вот такие цветы, которые очень отличаются от петуний. Правда? Потому что и цветок маленький, и растение само не такое огромное, как петуния, но цветет все лето. Речь о лобелии, которые я посадила мало в этом году. На следующий год обязательно исправлю ситуацию. Лобелию сажала в этом году семенами, из обыкновенными такими, мелкопыльными, как мы называем, да? И еще сажала, сеяла семена лобелии из проф, семян так называемых в гранулах или мультидражи, когда уже из одной семечки вырастает маленький пучочек, иногда 3, иногда 5 растений. Так вот, что я вам хочу сказать. Больше не буду выращивать мелкопыльных семян, а буду выращивать только из гранул. Да, Маркиз? Да? Со мной согласен. Вот, потому что вырастить намного легче из гранул, чем мелкопыльные. И в этом году почему-то у меня мелкопыльные семена, вот когда я сеяла, рассада была не такая, как всегда. Что-то не срослось. А из гранул супер рассада, крепкая, такая здоровенькая. И что вам хочу сказать, заметила, что еще цветочки из таких семян намного крупнее, чем вот таких из простых пакетиков. Сами цветочки и обильнее цветут. Сейчас вам показываю композиции, когда цветы ампельные, не цветущие, я сочетала в подбивке с вот этой лобели. Эти лобели тоже ампельные. Получилось просто супер как красиво. Ну, во всяком случае, супер мне как нравится. Посмотрите, какое прекрасное сочетание. У этих листиков иногда бывает такой немножко фиолетовый оттенок. И великолепно сочетается с этой лобелией. Этот плектрантус я покупала в Оби. Ну, такой небольшой кустик. И я его размножила на 2 горшка. Он еще будет разрастаться, он еще будет мощнее. А в подбивке вот эта красота из лобелей. И сочетание получилось великолепное. И вот сейчас говорю, что зря я сделала только 2 кашпо. На следующий год сделаю намного больше. Ну, как намного? Столько, сколько, чтобы хватило мне на беседку. Теперь давайте другое посмотрим. Когда я первый раз увидела в Ютубе вот этот плектрантус, я влюбилась сразу. Это было несколько лет назад. И просто сказала, мне срочно нужно найти, потому что это одно из моих любимых растений. Вот такой плектрантус. Растет в этом году замечательно. В прошлом году попал под заморозок и очень долго не мог разрастись.
И я очень хотела этот плектрантус вырастить с белой лабелией. Вот с такой беленькой лабелией. Тогда бы эти композиции смотрелись еще более ажурнее и лучше. Но как-то не срослось. И получилась здесь лабелия вот такая сиреневая. Не очень мне нравится, но я вам показываю, что принцип, когда лабелия сидит в подбивке некоторых растений. И второе кашпо. Здесь лабелия тоже не белая, к сожалению. Не знаю, как уж я умудрилась, даже еще и сейчас голубая тут подрасцветает. Вот. Но очень красиво. Так что на следующий год исправлю свою ошибку. И к этому плектрантусу, к моему любимчику, пойдет только белая лабелия. Так что жалко, что я не посадила белую. Вернее, она у меня была, но как-то ушла в другие руки. И вот на следующий год обязательно посажу 4 кашпо такого плектрантуса с белой лабелией. Смотрите, как они уже разрослись, а к концу лета, конечно, они будут намного, намного больше. Вот. Кого в этом году мало в моем саду? Это бегоний. Все спрашивают, куда вы дели бегонии? Как я выращивала бегонии всю зиму, как они шикарно выглядели, я показывала все видео. А потом случилось чудо, я их, можно сказать, все уничтожила. Ну, нечаянно, я об этом все рассказывала. И после этого, как будто, знаете, как будто они на меня обиделись. Ну, не растут и все, не растут. Вот сейчас чуть-чуть отходят от этой поломки, ну, то есть я их срубила буквально наповал. Они очень хрупкие растения, до них дотронешься даже, и они прям все плети выпали, вот. Осталось совсем по чуть-чуть, и я их выхаживаю. Честно вам скажу, потом начались какие-то гнили, потом солнечные ожоги, то есть вот это холод сначала, потом жара, они все сгорели. Но начались вот здесь вот плесневелые всякие штуки. Как делаю? Я вам очень часто показываю, что пользуюсь уж на бегониях-то точно биочарсом, вот этим вот углем. Древесным углем от скорлупы грецкого ореха. Я уже делаю так третий год. И бегонии это очень любят. Вот здесь вот присыпаю. Не дай бог, потому что столько много побегов прямо отпадает. Вот я вам покажу. Вот так вот раз, все. Видите? Все отпало. Поэтому уголь меня спасает. Залил, чуть-чуть совсем залил. И опять вот чистила. И опять чистила. Хоть отказывайся. Но я такие, у меня же были шикарные бегонии. Ну что же это такое-то? Поэтому вот сняла. Обязательно добавляю уголь. Особенно в прикорневую зону. Снимает вот все вот эти вот явления. Уж не любит, не знаю. Не знаешь, чего и любит бегония. И вот так вот немножечко с почвой. Почва легкая. Здесь даже у меня грунт. Остатки классмана. Уж очень любит классман бегонии. То есть, ну вообще, легчайший грунт. И вот, не знаю, отойдут, не отойдут от этих катаклизм. Я их даже вот здесь вот держу, чтобы ничего на них не горело. Вот. Углем присыпаю не только бегонии, а все те растения, которые подгнивают. У меня... Вот эти плектрантусы как начали гнить, я вообще расстроилась. Думаю, ну неужели в прошлом году они плохо росли из-за морозов? Вот сунулась и огромные плети, вот видите, выкинула отсюда. Скорее насыпала тоже угля, прям вот по ложке везде насыпала. И все, вот так. И не поливала какое-то долгое, даже время не поливала, пока плектрантус не стал такой вялый-привялый. Потом опять начала по чуть-чуть поливать. Боялась, потому что растение мощное, ливану и ливану туда. А вот получилось вот сейчас даже поливать, они сырые. И обязательно теперь проверяю, потому что плектрантус очень теплолюбивый, очень. И переливы ему... тоже не надо. Поэтому имейте в виду, все то, что вы переливаете, например, все то, что нельзя переливать, ну так случается, может быть, у вас дожди затяжные. Вот сейчас же во многих регионах, пожалуйста, просушите растения и пока какое-то время не поливайте и добавьте уголь. Снимет вот эти все явления. Видите, какие? Вот все то было обрублено. Ну, надеюсь, все-таки. И еще... По кроне тоже работаю уксусом из скорлупы грецкого ореха. Тоже вам показываю. Вот смотрите, я вчера работала по другим культурам. И у меня осталось здесь
Вот еще столько уксуса. Я обязательно наклеиваю бирку, потому что у меня несколько опрыскивателей. В одном там средство от клеща, в другом там средство от сорняков. Чтобы не забыть, ну, если у вас с памятью хорошо, то и прекрасно, потому что все у меня остальные заняты с какими-то растворами. Тоже налила вот этот концентрат. Отлично работает, все написано, никаких ожогов никогда не было. Вот здесь все написано, что и как. Кстати, репеллент еще есть такой с отпугивающим эффектом. Ну и в уксусе пахнет дымком, поэтому заметила, что даже ну, насекомые не любят. И вот бегонии, когда не жарко, ни в коем случае, иначе получат ожоги. Вот так вот сбрызгиваю. Да хоть бегонии, хоть какие хотите цветы. Вот здесь стоит тоже, видите, какой будет совсем другой, я вам показывала, львиный зев расцветать начинает тоже здесь в миксе. И вот здесь у меня есть бегонии, которые тоже насыпала и сейчас обработаю. Это элатиоры наконец-то стали бутонизироваться, но они-то цвели всю зиму шапками огромными, а сейчас немножечко подгорели, и вот здесь вот стоят у меня, отходят. Так что вот, пользуйтесь, пожалуйста, приносит хорошую пользу. Не надо попадать особо на цветочки, вот как я сейчас сделала. Ну, знаю, это везде написано. Но честно вам скажу, цветочки не горят. Просто могут быть такие как бы пятнышки. Ну, ничего страшного, все нормально. А уж эти цветы, которые вообще такие особо не цветущие, как будроплектрантусы, вообще отлично отзываются. Такая будет, знаете, от уксуса очень насыщенная зеленая листва. Наверное, кто пробовал, со мной согласится. Очень появляется вот такой вот прям оттенок яркости, зелени насыщенной. Вот такая история. Все эти цветы вроде как особо неприхотливые, но чтобы они выглядели эффектно, тоже приходится о них заботиться. А как же? Я хочу, чтобы они выглядели эффектно. Кого еще я мало посеяла, так это дихондра серебристой. Сеяла ее из семян, у меня получилось, ну, 2 горшочка. А в принципе, могло бы быть еще 2. Там есть приспособление, куда бы можно было повесить. Я еще постоянно веду прищипку этих растений. Они бы были уже плети намного длиннее. Но я опять их вот тут прищипнула. Для того, чтобы наросла вот здесь шапка. Чем больше будет вот тут шапка, тем мощнее и длиннее, и больше будет плетей в течение лета. Ну, думаю, что она еще нагонит. На следующий год посажу побольше и пораньше. Растет дихондра серебристая очень долго. И тоже ее обработаю. Солнышка сейчас нет, с другой стороны, поэтому ей будет хорошо. Очень серебристые листики у нее. И она такая мягонькая, просто прелесть. Уже появились цветочки, как меня учили мои подписчики. Вот они, желтенькие. Поэтому будут коробочки, скорее всего. И семена еще и свои соберем. Купить вот такой концентрат древесного уксуса из скорлупы грецкого ореха. И уголь Biochars от компании Шахкоал. Можно по ссылке в описании ролика и в первом закрепленном комментарии. Я уже в этом году 2-ю баночку использую. А в других вазонах плектрантус конкурирует с бататом. Оба мощных растения. Кто победит, пока непонятно. Вам показываю, как сочетала плектрантус. Вот такой здесь как бы кленовый листочек я называю. Да, и он пока не спускается. Это батат. И он пока еще вот такой шапкой нарастает, но не спускается. И здесь плектрантус пока поменьше, чем те кашпо, которые я вам показывала. Второе в зеркальном отображении кашпо с другим плектрантусом. По цвету он такой же, но листик вот такой с сердечком. Этот плектрантус разрастается очень хорошо, быстро. Вот он начал уже спускаться. Ой, этот батат. А плектрантус здесь тоже немножко побольше. Ну и опять-таки они конкурируют. Но сочетание мне очень нравится. Еще есть мое любимое растение. Вот такое ампельное, как будра плющелистная. И тоже его нужно было посадить побольше. В следующем году сделаю. Будра прекрасно зимует в
теплице, если снять с кашпо это растение, и просто прикопать в теплице. Но у меня это происходит хуже намного, поэтому будру частичку совсем растения, не вот все такое, а кусочек растения я беру с собой зимовать светелку. И потом в течение зимы, ну уже ближе к весне, его черенкую. Растение ну настолько отзывчиво к черенкованию, что просто моментально черенкуется, моментально дает корешочки и отлично разрастается. Если будра будет расти в более солнечном месте, она будет, листик будет вот такой зелененький. А если в тени, вот вроде как наоборот должно быть, у нее будет больше белого. Вот на листиках больше белого. Но растение идеальное для подвесных кашпо. Куда еще хочу посадить такие будры? Они прекрасно будут смотреться хоть где. Куда хотите. Вот я на одну из арочек в этом году повесил тоже мои любимые висюльки, как я говорю, да, мои любимые традисканцы. Они набили просто какие-то огромные шапки, но пока еще не свисают. Вот видите, а будра, мне кажется, здесь бы висела и была бы лучше. Вот здесь еще совсем новые композиции, никак у меня не разрастается вербейник манечный. Просто в этом году никак. На следующий год куплю уже новый. Мне кажется, он ну как-то изжил себя, что ли. Обязательно куплю другие черенки. Но это вот совершенно новенькая композиция. Красиво бы смотрелся. Вот смотрите, но не растет. Не растет. Вот. И здесь бы будра, может быть, намного лучше бы висела. Вот. А в этом году у меня еще новая будра появилась. Вы посмотрите, как я в нее влюбилась. Какой краб на листиках. Какая это красота. Вот такое ампельное растение. Она как-то в другую сторону у меня повернулась. Так что на следующий год разведу еще такую будру. И повешу на те места, где она прекрасно украсит и стены сарая. Потому что прекрасно растет даже не на солнечном месте. Вырастила ее из малюсенького череночка. В общем, очень жалею, что у меня не было много таких черенков. И такая будра тоже, конечно, украшение. Поэтому буду сажать ее намного больше. А вот еще кого мало посадила, посеяла, потом уже посадила, так это львиный зев. Тот, который продавался в моем интернет-магазине. Ампельный львиный зев. Как-то я его посеяла-то много, но сестре отвезла и оставила себе совсем мало экземпляров. Сейчас, когда у меня плохо растут бегонии в этом году, просто отвратительно. Поэтому вот такие бы композиции здесь выглядели бы шикарно. Цветет все лето. Единственное, периодичность. Как только отцветает, коробочки нужно срезать ножницами. Такие вот коробочки, в которых семена закладываются. И он опять будет цвести следующей волной. Мало посадила. Вот посмотрите, в подбивке кашпо с такой вот миленькой петунией. Здесь у меня с колиусом. Как он тоже хорошо смотрится. Посмотрите, а эта будра, например, не свисает кашпо, а кашпо такое стоит. Может стоять на любой подставке. Если высокая подставка, пустит свои плети и будет тоже красота. Кого из висюлек еще мало посадила, так это турецкую висюльку. Не знаю, как называется. Вот, знаю, что уже многие привозят из Турции. Действительно, это растение я привезла из Турции. Вот, и как-то оно у меня в прошлом году попало под мороз. И выжила только одна веточка. Поэтому у меня было мало этого посадочного материала. Но все равно немножко начеренковала. Посмотрите, в композиции с традисканцией, вот такой вот красивенной традисканцией, получилось великолепное кашпо. Но мало. Хотелось бы, чтобы такое же, я люблю очень в зеркальном отображении, было, например, здесь. А здесь у меня не хватило посадочного материала. И здесь у меня просто традисканция. Но тоже необыкновенная красотка. Вот такая красота. Но если бы они два смотрелись
с такими висюльками было бы значительно красивее, правда? Мало посадила. Придется исправлять ситуацию. И еще, если бы я сюда добавила в три основные кашпо с традисканцами, такие висюльки, тоже бы было более органично. Но все равно в этом году рада традисканцам. Видите, минусы показываю, плюсы. Никогда здесь мы не вешали традисканцы, просто были вот эти подвесы, потому что сюда убираем металлические конструкции на зиму. Ну а что подвесом пропадать, правда? И я посадила традисканцы. Вернее, повесила свои любимые традисканцы. Разные миксы. И получилось очень замечательно. Потому что традисканцы, они выдерживают не яркое солнце. Даже наоборот, тень. Здесь солнце только утром и вот вечером. И все. Днем здесь вообще полная тень. Потому что именно стена – это юг. Вот она закрыта. И отлично они смотрятся. Но висюлек турецких, что называется, не хватает. А еще не показала. Этих вроде бататов я посадила много. Но их сажаю хоть сколько. Посмотрите, как они эффектно выглядят в кашпо. Очень эффектно в сочетании вот именно такого салатово-зеленого с таким пурпурным каким-то вплоть до коричневого оттенком. Да? У меня получилось два одинаковых кашпо. С одной стороны и с другой стороны. А выглядит замечательно. Посмотрите. Еще розочки, когда восстановятся и расцветут. Просто как хотела когда-то, увидев на картинке, так у меня и получилось. Розы, ничего, сейчас восстановятся после моего ожога. И еще покажут нам.